Ну что, дорогие друзья, добро пожаловать в 228 обзор модов для GTA San Andreas. Такая знаменательная цифра, и поэтому сегодня будет в студии наркоманский мод. Давайте мы запустим игру и подходим к наркоторговцу, который только что от нас убежал. Гад такой, ну ладно. Так, подходим, нажимаем кнопку. Ничего, нам ничего не предлагает. Вот гад, а. Давай, предложи уже. Так, все, нам предлагает. Нажимаем кнопку U, если мы хотим купить наркотики. И тут у нас небольшой туториал. То есть, наверху слева написано, как использовать, что нажимать, чтобы все купить. Типа, стрелка влево, вправо это выбирать. Вверх, вниз это себе в карман класть. Пробел это купить, а Enter это не купить. Так, сейчас пройдет туториал, и мы сможем купить уже себе немного наркоты, так сказать. А у нас тут есть марихуана, вот цена справа, есть героин, амфетамин, экстази, я не знаю, что такое, стероиды. Покупаем все подряд, нажимаем кнопку пробел, и сейчас к нам будут подходить обычные педы и покупать все это. Просто стараемся влиться в толпу, будто мы обычный чувак, обычный Сидоджи вливается в толпу, но на самом-то деле он двойной агент. Так, девушка, ничего не надо. Так, еще один туториал, сейчас все это пройдет, наверное, и к нам будут подходить люди, чтобы приобрести это все. Вот уже кто-то приобрел. Так, вот написано hold. А, нет, чтобы посмотреть наш инвентарь. Так, все, в принципе, туториал закончился, и просто ходим возле людей, так сказать, можем еще купить. Вот, нажимаем кнопку U, и давайте опять что-то купим. И, кстати, очень-очень красивый интерфейс в игре, такие иконки шприцов, таблеток, все очень прикольно сделано, но есть большие минусы, об этом я расскажу в конце. Так, сейчас же мы ищем наших покупателей. Так, нажимаем кнопку, какую кнопку там? Кнопка Tab и U это инвентарь, что мы имеем. Кнопка U это листать вправо, N это назад. Можем даже на себе применить кое-что, по-моему, можем применять только марихуану. Для этого нажимаем клавишу, выбираем марихуану, нажимаем клавишу G. Сиджет достает, прикуривает. И чтобы бросить, у него очень прикольная походка была, ну ладно. Чтобы бросить, все, нажимаем клавишу Enter. Все, мы сбросили эту сигарету, покурили, но никакого эффекта нету, просто анимация и все. Так, чувак, тебе ничего не надо? Ну, не хочешь, не надо. А вам? Так, кто же купит, а? Чувак, предлагаю только сегодня. Супер акция. Опять наркоторговец. Что-то очень много в городе. И, кстати, их есть всего два типа. То есть белые и черные. Ну, я думаю, все их знают. Так, вот, хочет купить парень. Героин за 162 доллара. Окей, продаем. Нажмем кнопку U. В принципе, тут инструкция есть. Ничего не надо даже говорить. Так, он купил, и нам перечислили деньги. Да, деньги увеличились. И сделка завершена. То есть мы продали ему наркотики, дорогие друзья. Так, тебе что-то надо? Так, да. Опять же, он хочет купить марихуану. Так, Ю, продали, тоже ничего такого. Мусорам вообще, по-моему, пофигу на это все. Они никак не реагируют, никаких там звезд. А нет, реагируют, посмотрите, одну звезду дали. Прям у него на глазах получается. Нам сейчас будет хана. Поэтому просто удираем. Да, все-таки очень прикольный мод, да. Но есть один минус. Сейчас я об этом расскажу. Поедем домой к Сиджею и спрячем всю травку. Можно ее прятать дома у СиДжея. Так, едем. Плюс еще одна звезда розыска. Ну ладно. Сам мод довольно-таки популярный. Около 10 тысяч скачиваний у него, по-моему, на GTA Vice City. И установка автоматическая. Ничего сложного нету. Так что все прикольно. Автоматом. Мод популярный, но один минус есть, который меня просто убивает, дорогие друзья. Можно прокачивать свой уровень, повышать уровень наркодилера и употреблять больше наркотиков, там, героин, экстази и так далее. Пока что можем только употребить марихуану. Так, заходим в дом к СиДжею и здесь можем спрятать наркотик. Для этого нажимаем ох ты, призрак матери СиДжея, офигеть. Нажимаем клавишу Tab и U. Что за фигня? Меня призрак выгнал из дома, что за бред? Твою мать, а? Чё ж делать? Так, давайте еще разочек.
Давай, надо Tab нажимать много раз и подождать, пока появится меню. Но оно никак не появляется. Все, появилось. Так, то есть, давайте заново. Стрелка наверх, это все переместить в дом Си-Джею. Стрелка вниз, это взять себе в карман. Давайте все спрячем, чтобы к нам не придирались. И выйдем уже с чистой совестью. Нажимаем пробел. Пробел. Не, Enter. И все, мы чисты, как не знаю кто. Давайте еще разочек. Немного скрипт плохо срабатывает. Нужно нажимать несколько раз, дорогие друзья. И чтобы можем еще употребить эти наркотики, для этого мы нажимаем левую кнопку мыши. Так, вот какие-то таблетки или что это типа. Ну вообще, ноль эффектов, ну ладно. В принципе, все спрятали, да. И знаете, вот в чем минус, я говорил в самом начале, то что если мы, например, сейчас сохранимся, да, и выйдем из игры и загрузимся, то все это пропадет, все было зря получается. Так что это, мне кажется, это мод на один раз, на одну игру и не больше. Но сама идея неплохая, и надо ее развивать дальше, мне кажется. В смысле, исправить эти баги, так сказать, и добавить много чего интересного, так как моду уже где-то около года, и никаких новых версий не выходило. Это печально, конечно же, то, что мод забросили, но не знаю, может, найдутся люди, которые продолжат это дело. Так что я верю в это и хочу продолжение, чтобы было все четко. А пока что такая версия, то что... да, конечно, недоделано, это, наверное, даже бета-версия, то, что есть такие лаги, но... Но все же, дорогие, что есть, то есть. Более крутого мода я не нашел на этот выпуск. Так что, всем спасибо. Я не знаю, как он называется правильно. Black Market, это, по-моему, черный рынок, что ли. Сам мод по-английски называется Black Market. Ну ладно, давайте еще разочек купим что-нибудь напоследок. Опять же, вот, цена 2200. Еще. И все, на 3500 купили наркотиков. Ну все, я думаю, пора заканчивать. Такой вот обзор получился немного с забитым носом. Ну ладно. Такие дела, дорогие. Так, тебе что-то надо продать? Чувак. Вот, пожалуйста, первый покупатель. Кокаин. Все, я думаю, вы поняли суть мода, как все работает. Так что всем спасибо за просмотр. Стройте свою империю. Вот уже репутация наркодилера поднялась наверх. Так что стройте свою империю. На этом всем пока, удачи. С забитым носом тяжело говорить, но ладно. Давайте, удачи. Скоро будет 229. И да, вместо небольшого объявления, скоро будет новая рубрика по МТА. Не знаю, кому-то понравится, кому-то нет. Я верю, что понравится вам. Так что всем спасибо, всем пока. Ждем МТА с напарником. Будет напарник. Не какой-то, а нормальный напарник. Так что давайте. Не скучайте, Си-Джей. Си-Джей вас любит, вот даже девушка подбежала. Что тебе продать, дорогая? Экстази. Держи экстази, а на этом удачи. Шлюха.